Третий день на кухне не остывает плита. Сегодня настоящий праздник для сладкоежек. Завершающий мастер-класс для поваров начинающих и со стажем провела Марина Девятка, шеф-повар, кондитер из Москвы. Сейчас мы добавляем малину с мятой. В дальнейшем сейчас посмотрим, как у нас получится. Задача стояла непростая. За несколько часов необходимо сделать несколько десертов и средний двухъярусный торт. И все это одному человеку, поскольку остальные смотрели и учились. На ваших экранах шоколадные кубики с фруктами, которые отлично будут смотреться на фуршете в кафе. Дальше самое сложное – изготовление двухъярусного торта. Коржи были заранее испечены и пропитаны кремом. Оставался самый кропотливый процесс – обтяжка торта мастикой. Она используется лишь для декоративных целей, поскольку содержит красители и очень сладкая на вкус. Но некоторые люди употребляют ее в пищу. В самом ненужном месте для нас разорваться, к сожалению. Мастика раскатывается достаточно тоненько у нас. После обтяжки мастикой двух ярусов тортика идет процесс декорирования и придачи сладкому лакомству съедобного вида. Марина Девятка в преддверии Дня всех влюбленных украшает торт сердечками тоже из мастики и делает розочку. Новичкам-самоучкам этот мастер-класс пошел бы на пользу, ведь московский шеф-повар показала, как это сделать очень быстро. Получается вот такая красота. Затем все приготовленные десерты выставили на общее обозрение и дегустацию. Юрий Воронин, Максим Колосов, Новости провинции.